В воскресенье, 6 марта, жители микрорайона Солнечный собрались, чтобы выразить протест. Не устраивает их строительство торговой точки по продаже хлебобулочных изделий во дворе дома номер 6. Довольно видновчане обратились на портал Добродел и к местным властям. В этот же день специалисты администрации Ленинского района совместно с экологами выехали на место. Производство данных работ связано с установкой нестационарного торгового объекта. Данная точка местоположения торгового объекта внесена в схему расположения, то есть все в соответствии с законом. Победитель ИП «Авдонин» выиграл право на размещение данного нестационарного торгового объекта по результатам открытого конкурса, проводимого администрацией городского поселения «Видное» в прошлом году. В связи с этим начал осуществлять работы. Но по нашей информации у данного предпринимателя отсутствует разрешение на земельные работы. Тем не менее, предпринимателям было осуществлено снятие травяного покрова на площади около 40 квадратных метров. По данному факту специалистами администрации Ленинского района составлен соответствующий акт. Материалы проверки будут переданы в 25-й отдел Госагентехнадзора для привлечения предпринимателя к административной ответственности, а также будет произведен расчет ущерба окружающей среде для взыскания с нарушителя.